Все, к чему мы так стремимся в этой жизни, в конце концов, второстепенно. Суета этого мира заставляет нас жить по своим законам. Погоня за успехом определяет ритм нашей жизни. Каждый хочет взять свое, быть первым, особенным. Человек тонет в море дел, с которыми неразрывно связал себя. Но в этой бесконечной гонке всегда наступает момент, когда пора остановиться. И вот пока ты здесь, оглянись. Все происходит прямо сейчас. Каждая секунда принадлежит тебе. Мы всегда в самом начале. Прошлого уже нет, а будущее создаем мы сами. Время — твой лучший друг, если ты живешь в гармонии с ним. Наслаждайся моментом, потому что он не повторится никогда. В каждом